Всем трям, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, нейл-мастерская «Чеширский кот». И мы сегодня смотрим мои покупочки, которые я привезла из Питера. Покупочки торговой марки Nail Club. Начнем с самого бомбезного, что я отрыла у представителя Nail Club Нирваны. Это гель-краска «Хамелеон Андромеда». Я буквально ее выгрызла из рук. Упрашивала, умоляла и стояла на коленках. Это правда. Давайте посмотрим, за что же я так сильно боролась. Посмотрите, какая красота. Это хамелеоновая гель-краска. Пигмент на достаточно прозрачной подложке, поэтому как основное покрытие, да, я его не рекомендую использовать. Лучше в тандеме с какой-нибудь темной подложкой. Но, например, мы возьмем сейчас отсушенный черный гель-лак, возьмем нашу Андромеду и нанесем ее поверх черного гель-лака. Вы посмотрите, какая неописуемая красота. Хамелеон играет и переливается всеми цветами радуги. Мне очень нравится. Отправляем в лампу на 30 секунд LED CCFL. Следующая коллекция, к сожалению, не полная, это коллекция Macarons. В простонародье их все называют макаронами. Давайте же посмотрим, что это за такие звери. К сожалению, у меня нету номера один, он мне не достался, его не было у представителя, но я наверстаю упущенное уже в Москве. Ну что, приступим? Первый цвет, который мне попался, это трюфель. Неоново-пастельный цвет. Напоминаю, гель-краска имеет липкий слой. Давайте посмотрим, как она по укрывистости. Наношу в средний слой. Краска прекрасно ложится, не растекается. Пигмент достаточно плотный. И очень красивый мятный цвет. Отправляем сушиться. Следующий цвет этой коллекции – безе. Пастельный оранжевый оттенок. Я бы его назвала даже не безе, а абрикосовая пастила. Краска имеет хорошую укрывистость, краска достаточно плотная, даже пастообразная. Отправляем сушиться. Еще один цвет этой коллекции – бисквит. Это интенсивно желтый, даже я бы так сказала, лимонный цвет. Также хорошо наносится, хорошо распределяется. Ну, для лучшего эффекта, конечно же, эту краску класть в два слоя. Сушим. Последний цвет коллекции, который мне удалось добыть, это мусс. Как же я не люблю вот это дело. Давайте попробуем, как он в нанесении. В
пастельный голубой, очень нежный цвет. Очень красивый. Слушай, коллекция макарон закончилась, но я решила попробовать еще несколько цветов бомбовских гель-красок с шиммером. Давайте же начнем. Первый цвет у нас будет неон киви. Посмотрите, какой потрясающий светло-неоновый с шиммером цвет. Я так думаю, что многим мастерам это понравится, чтобы не наносить дополнительно какие-то материалы для дизайна на уже неоновую гель-краску. Давайте посмотрим, как он на ногтике. Краски ужасно плотные. Ужасно. Они больше пастообразной консистенции, что дает мне право говорить о том, что они очень классно будут на прорисованном френче, на перманентном. Посмотрите, какая красота. На лето то, что надо. Сушим. Еще один цвет этой потрясающей коллекции – неоновый цитрус. Он ядерно-желтый, с таким же микроблеском. Очень красиво. Давайте посмотрим, как он будет себя вести на типсе. Такой же густоты, то есть он очень густой, очень яркий, пигмента там много. Блестит потрясающе. Мне очень нравится. Слушай, и последняя моя покупочка — это цвет неон Барби. Ой, думаю, это будет бомба, а не Барби. Смотрите, какой он розовый. Ой. Я не знаю, как это описать словами. Я не знаю. Он действительно барби-розовый цвет. Пастообразной консистенции. С таким же огромным количеством шиммера в самой краске. Видите, даже много взяла. То есть расход на перманентном френче у клиента будет минимальный. Смотрите, какая красота! Это просто невозможно. Оно все искрится и сияет, и имеет перламутровый шиммер. Итак, напоминаю, сегодня мы с вами посмотрели торговую марку Nail Club, коллекцию Macarons и коллекцию бешеных неонов с перламутровым отливом. А теперь, девчонки, хотите прямо в фокус? Та-дам! Под ультрафиолетовыми лучами эти новые гель-краски светятся, поэтому ваши клиенты это по достоинству оценят на какой-нибудь летней вечеринке, в отпуске, на дискотеке. С вами была Юлия Лапшина, нейл-мастерская Чеширский кот. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Всем трям, мои ногтевые феечки!